Это моя благодарность в виде видео Яне. И мне даже сложно описать, куда она меня привела и чего ей это стоило. Я могу только сказать, что тот, который был 2 года назад, я его не знаю. Ему было страшно во всем. Он за все переживал. Он не думал о себе. Он сбегал отовсюду. Я занимался осознанными сновидениями около 3 лет. Записывал сны, читал чернилинги, искал. И потом пошли вот эти псевдомастера. И я ездил и по ним. Я летал к Артуру Ситу на Самуи, ездил в Москву Саламату, ездил к учителю Самира и к Самиру. Но что-то все было не то. Что-то было не так. Была какая-то игривость всего этого. Какой-то ненастоящий подход. Маркетинг, да, деньги, да, но остального нет. И 2 года назад жена обнаружила Яну и попалась. И я начал читать все больше и больше. И что-то начало откликаться, какой-то резонанс, что-то происходило. Я не знал, что. Я ей написал, чтобы она позвонила мне. Мы проговорили 2 часа. И она меня спросила, ты будешь со мной заниматься? Ты готов, что я тебя буду вести? А я уже знал, что я был готов. Я даже не решал. И я просто услышал ту теплоту, с которой Яна со мной говорила. Этой теплоты я сам себе даже не мог дать. Не то, что кто-то другой. И мы с ней начали заниматься раз в неделю по скайпу. Как у меня сбегала личность, как я не хотел всего этого. Но был какой-то зов, которому я не мог препятствовать, и я шел. И этот зов, если раньше я не знал, что это такое, то сейчас я это очень четко и хорошо слышу. И она не мастер. Она не говорит, что делать, и куда идти, и что слушать, а что не слушать. И как лучше поступить. Она примерами подводит к тому, что я сам прозреваю, к тому, что я не видел самого в себе. И вот эти моменты, они настолько теплые, они настолько настоящие. Да, прозрение, которое случается, и распятие, которое происходит, это очень страшно. Это даже если приставить пистолет к виску, это не решит проблем. Это ничего не исчезнет. И когда проходишь эти распятия, ты чувствуешь, что какую-то грань ты увидел в себе, и она очистилась. Я не знаю, есть ли у этого какой-то конец, или это будет длиться бесконечно. Но я очень признателен Яне за то, что она есть в моей жизни. И то, куда она меня привела. Она не привела меня к какому-то просветлению, пробуждению.
Нет, самое главное, куда она меня вела, это она вела к самому себе. А сам я совсем другой. Я себя таким не знал. Я не знал, что я могу пойти в моем возрасте и на единоборство. Я не знал, что я могу пойти на театральный. Мало того, не просто пойти, а мне это понравилось. Я увидел там себя. Я увидел, что такое личность. Какие у нее бывают захваты, как она действует. Где разделение и что такое я настоящий, суть мне. К чему я и двигаюсь. И все это вместе, продираясь через эти стены страхов, ты обнаруживаешь, что там нет никаких страхов. Потом, да, пишешь Яне, и она звонит тебе и говоришь: «Яна, ну как же так? Этого не может быть, ну, это так, как ты говорила. Только я ни черта не слышал, а сейчас услышал». И знаете, она нянчится со мной, как с маленьким ребенком. И это непередаваемо. Они говорят каких-то фраз там, как говорят всякие мастера, и говорят: «Иди туда, сделай то». Нет, совсем нет. Этого нету. Я хочу сказать, что этот год я заканчиваю себя таким, каким я себя не знал. Нравлюсь я себе больше или меньше, я тоже не могу сказать. Изменилось все. Понятие времени, понятие любви, понятие семьи. Все, что было у меня до этого, это была идея об этом. И последняя идея – это идея о ценности. Я не знал, насколько мне ценна Яна. Сейчас я это знаю. И если вы смотрите это видео и досмотрели до самого конца, то, наверное, вы не спроста здесь. Подумайте об этом. Вас что-то сюда привело. И если у вас будет шанс вести с Яной консультации, она вас будет вести к самому себе, хватайте за этот шанс. Другого больше не будет. Это будет последний для вас шанс. То, что вы обретете, вы не сможете сказать, но вы сможете почувствовать. Вы сможете почувствовать, что вы и есть жизнь самого себя. И Яна, если она появилась у вас в жизни, то это большой просвет того, что у вас зов сработал. Цените то, что у вас есть. Яна, я очень благодарен тебе и очень тебя люблю. Спасибо. С наступающим тебя.